Добрый день, меня зовут Евгения Порошина, я коуч-психолог, также руководитель, преподаватель в Европейской школе коучинга. Новая группа начинает обучение с 1 декабря, и до этого будут открыты бесплатные уроки в школе. Регистрируйтесь, пожалуйста. Первый день мы рассмотрим, как проявляется эмоциональная травма во внутреннем мире клиента или нас, как работать с эмоциональной травмой, что такое посттравматический рост. Будет видеоурок, слайды, шпаргалки. Второй день у нас киноанализ. Анализируем фильм «Время» 2011 года. До этого, пожалуйста, посмотрите его. Третий день я расскажу технологию, как выбрать специализацию и как создать свой онлайн-проект. Рассмотрим секреты маркетинга психологических услуг. И четвертый день я подготовлю бонусный мастер-класс. Будут ответы на вопросы, на типичные, которые возникают у психологов, коучей, которые начинают свою частную практику. И также буду рада в четвертый день вашим вопросам, размышлениям по открытым занятиям. Также сделала такие условия, что курсы стоят 60 тысяч, длится 2 месяца, 10 недель, но для тех, кто примет решение пораньше присоединиться, до 23 ноября действует стоимость раннего списка. Курс будет стоить для вас 40 тысяч рублей. Для тех, кто присоединится попозже, с 23 по 26 ноября уже идет график повышения цен. Присоединиться можно будет за 50 тысяч рублей курс. И с 27 ноября по 30 включительно действует фиксированная стоимость 60 тысяч рублей. Подумайте, поразмышляйте, кто решит пораньше присоединиться, жду вас. При регистрации вы оставляете имя, почту, вам автоматически приходит рассылка, подтвердите рассылку на подписку школы. Вы нажимаете «Подтверждаю» и сразу вам приходят две первые лекции курса, что такое передача внутренних состояний или проективная идентификация, как клиент нам бессознательно, не специально, без слов передает свое внутреннее состояние, что такое перенос, контрперенос, навыки глубинных психологов. Это ключевые лекции, эти навыки мы тренируем в школе 10 недель. Да, дальше идет расширение, углубление, знания, понимание, но это ключевые лекции, распечатайте, изучите их, пожалуйста. Если вы присоединитесь пораньше, первый платеж 10 тысяч, дальше неделя есть гарантия возврата денег, вы понимаете, курс не подходит, и идете дальше, тогда вы сразу оплачиваете полную стоимость курса, либо возможность есть оплатить в два платежа. Если вы присоединяетесь по ранней стоимости, курс для вас стоит 40 тысяч, то есть первый платеж 10 тысяч, дальше смотрите, вам все подходит, дальше либо оплачиваете еще 10, либо сразу 40. Ну и в зависимости, если попозже присоединяетесь, смотря какой график повышения цен, в какой период вы присоединяетесь, дальше подробнее все объясню уже лично, в личном общении. Если присоединитесь пораньше, уже добавлю вас в скайп-чат, откроется доступ к материалам курса первой недели, открою доступ к записям прошедших практик и сможете побольше поизучать учебный материал. И с 1 декабря начнем работать. Каждое воскресенье в 19:00, с 19 до 21:00 я лично со всеми студентами буду присутствовать на практике, будем тренировать роли психолог, клиент, супервизор. Также в своей малой группе между собой вы один или два раза в неделю также будете тренировать роли психолог, клиент, супервизор. Этого достаточно. Через 2 месяца, через 10 недель у вас навыки профессионального психолога, коуча.
И вы можете начинать работать со здоровыми клиентами, у которых уровень организации психики невротический. Да, клиентов психиатра в первые 2 года работы по технике безопасности мы не берем, а с остальными можете. Курс подготовлен для чайников, для того человека, у которого нет диплома психолога, кто не изучал психологию, но у кого есть взрослая позиция, кто знает, что такое работа, кто привык работать, не боится работы. Со взрослой позиции вы приходите на курс, изучаете добросовестно лекции, участвуете в практиках, и через 2 месяца у вас достаточно навыков и знаний, и вы начинаете работать по маркетингу, выполняете все задания, упражнения, где надо, я буду подсказывать. Но если вы настроены, даже с нуля, через 2 месяца у вас будет свой онлайн-проект, и вы начнете работать. Да, первый год в профессии будет не самый легкий, я об этом сразу предупреждаю, но через 2 месяца вы начнете работать. Если, конечно, вам сегодня 50-60 лет, вы в инфантильной позиции, пожалуйста, не приходите на курс. Даже если у вас есть диплом государственного образца, что вы психолог. То есть вы, если у вас инфантильная позиция, не приходите, пожалуйста, на курс. На курсе я жду осознанную аудиторию психологически зрелых людей, кто ищет для себя возможности работы онлайн, кто не хочет на наемную работу, кто хочет работать на себя, развивать свой частный психологический бизнес, приходите, жду вас. Программа подготовлена для человека, который идет с нуля в профессию. Рада вас видеть на курсе, рада вас видеть на открытых уроках в школе. И если будут какие-то вопросы, пишите на почту. Жду вас. Всем хорошего дня.